Английская фраза дня. Вы готовы? Поупражняемся. Вот как звучит наша фраза сегодня. Where can I hire a deck chair? Где можно взять шезлонг на прокат? Where can I hire a deck chair? Находясь за границей, вы, возможно, попадете на пляж и захотите сесть в шезлонг. Excuse me, do you speak English? Yes, a little. Where can I hire a deck chair? Try the cafe. Турист обращается к незнакомому человеку на пляже. Excuse me. Извините. Do you speak English? Вы говорите по-английски? Тот отвечает. Yes, a little. Да, немного. Турист тогда спрашивает. Where can I hire a deck chair? Where? Где? Can? Могу? I? Я? Hire? Взять на прокат? Where can I hire a... Неопределенный артикль. Deck chair. Шезлонг. Deck chair. A deck chair. Can I hire? Where can I hire? Where can I hire a deck chair? А в ответ вы услышите, вероятно, Try the cafe. Попробуйте узнать в кафе. И не забудьте нашу фразу дня. Where can I hire a deck chair? Запомнили? Тогда до завтра.